Привет, всем привет. Микрофона Пантера. Ну, как обычно, рейтинговая игра. Нам выпадает Австрия. Вот, и я хочу поиграть в 18 век за эту нацию. Из казарм мы будем для прикрытия строить Рундашир. Так что посмотрим, что получится. Нам надо быстро найти золотые шахты. Ну вот две мы нашли. А, три уже, да. Немножко еще дерево с камушком. Не забыть включить городской центр. И построить академию. Нет. А, у нас нет железа, потому что что-то до сих пор не могут построить шахту так долго. Давайте еще одну сделаем. Вроде бы я сделал апы все. А, ну в академии еще нет. Потому что академии самой как таковой нет. Никак не может накопиться еда. Ой. Кажется, даже кто-то умер. Дерево надо на этот этап. Давайте его купим. Что без него что-то совсем туго все. Ой, промазал. Что-то я вот это туда вкачал, другую. Так, шахта это прокачана. И вот это у нас остается. Немножко разведку так разведем. Все. Вроде бы жизнь наша наладилась наконец-то. Берем топор. Нет, дерево. На склад.
Так, ну там тоже ближники, поэтому нам придется сначала атаку отразить, потом уже про век думать. Дип надо поставить. Мы сейчас нароют. Там наши ребята пока не роют. Давайте-ка мы уголь поставим, чтобы арту сделать. Арта прям очень будет нужна нам, чтобы выжить. Союзник пик устроит. Ну и коней тоже. Посмотрим, каких коней они будут строить. Польша на карте, как бы. Я думаю, нам достаточно будет 100 стрелков. Здесь еще у нас есть шахта. Качаем еду. Ну, конюшни, конечно, тоже нужны. Но не так сильно, как артиллерия. Так. Арта пошла. Давайте-ка мы камень тоже будем добывать более интенсивно. Конюшню, ну, одну надо заложить. Камень нам сейчас добудут. С едой какая-то беда произошла. Что-то ни шатка, ни валка этот камень добывается. Так, где там у нас рундоширчики, которые диповские? Блин, у меня еще лимит профукал, да?
Так, и надо, конечно, какой-то опыт вкачать. Отрядики сделаем небольшие, 5 штучек. Да, им надо еды сколько прокачаться. Всего 5 гаубиц у нас пока что есть. Это действует на них, нет? Неизвестно, да? Мечника клавов и удара кавалерии. На них это не действует. Вот это может действовать на них. В принципе, 8 у нас гаубиц есть, есть потенциал. Все, они в топе. Ох, тут синий ему базу подрезал, пока мы сражались жестко. Да. Такая вот игра.
У него было очень сильно больше лимита, но продавить он не смог. У него не было кирасы, но он вышел в век, многостволки были. Давайте посмотрим, как это было с его точки зрения. В общем, нашим мечтам выхода в век и прочее не суждено было сбыться из-за слишком агрессивного соперника, от которого мы вынуждены были обороняться определенным образом. Но лимита было больше, во-первых, из-за того, что он строил драгунов. Я думаю, еще, возможно, дип построил он чуть раньше. В целом это как бы зарешало, да. А, еще и третью казарму, да. Понятно. То есть три казармы, дип, драги. Все это дало больше лимита. У меня была кираса, а у него третья казарма. Три конюшни у него, три казармы. Но успел ли он вкачать их к моменту начала сражения? Ну, кирасы не было. Но прокачал на топ. Молодец. Тут как бы... Сейчас давайте посмотрим. 400. И почти 400 таких. Не слишком-то много драгов, но 50 это уже приличное количество. Он не заказывал гренадер, во-первых. Так, что есть у него? Подковы нет. Ну, есть еще деньги на ап. Церковь даже поставил. 10 пушек при этом. Это очень сильно сыграно, прямо скажем. Форма 400 из родных рундашир. Ни много ни мало. Вот она, эта форма. Зашли наемники. Вот. И я, не разобравшись, ударил, по-моему, первым выстрелом по наемникам. Но как-то странно, у него не очень много лимита. А потом уже я понял, что, скорее всего, вторым эшелоном он ведет родных Тандашир и стал бомбить по ним. И вот количество их сократилось очень быстро, то есть там 200 человек осталось. С какого-то момента я перестал туда дамажить, стал нацеливаться на стрелков на него. Но у него 160 еще оставалось. 100, 120, 60. Ну, в принципе, на поле боя 60 бойцов и 10 пушек до сих пор. Вот, с точки сражения. И в этот момент на него налетает гусара синего, перекрывает дотекание, ну и, соответственно, ему нечем тут давить. На самом деле его пушки могли уже выбивать шахты, они были в зоне доступа. Ну и не факт, что я бы отбился, если бы мы продолжали играть. Но тем не менее, такую тактику, как продемонстрировал Чума под ником Марсель Рак, очень сложно отбить. Только за счет гаубиц
принципе, удалось сравнять ситуацию. Примерно с 1000 человек до 400 упал мой лимит, а его лимит упал с 1100 до 700 где-то. Ну, в общем, такая вот игра. Причем у него лимит-то восполнялся быстрее, чем мой. Он-то строил драгун, который быстрее выходит. Плюс третья казарма давала о себе знать. Поэтому мои шансы бы, наверное, таяли с каждой минутой, если бы мне не удалось разбить ударный кулак на своей базе. Вот, быстро. Такая игра. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Берегите себя. Пока.